Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова серия на проекте Родина Ролеплей. Сегодня мы посмотрим новые скриншоты будущего обновления. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому, пацаны, ставим лайки. Также не забывайте подписываться на канал. Вся информация есть в описании под видео. Можете зайти посмотреть и зайти поиграть вместе со мной на Родину. Итак, пацаны, появились некоторые скриншоты, которые мы сегодня посмотрим. Связаны они с глобальным обновлением. Либо просто обновление, я точно не знаю. Новая карта уже совсем скоро будет, я надеюсь. И нам показывают постепенно некоторые скриншоты. Да, их довольно-таки мало, но хотя бы что-то показывают. Это уже хорошо. Итак, давайте посмотрим скриншоты. Всего их будет 4 скриншота. Это интерьер получается. И немножко покажут новую карту. Поэтому сейчас будем смотреть. Итак, первый скриншот получается у нас это какой-то интерьер. Здесь у нас бутылочка пива «Жигули» стоит. Получается пепельница и вот такой вот телевизор. Как бы ничего необычного нету, какая-то тумбочка стоит. Толком здесь ничего не видно, но это скорее всего будет интерьер либо какой-то квартиры, либо какого-то ОПГ возможно, я точно не знаю. Итак, пацаны, вот получается следующий скриншот, тоже какая-то квартира, либо база ОПГ. Точно сказать не могу. Здесь получается у нас есть 3 стула есть, пачка сигарет лежит, бутылочка водочки, 3 кружечки и тарелочка в принципе. Окно у нас здесь видно. Ну блин, скриншоты как бы такие не особо интересные, конечно. Потому что хотелось бы увидеть уже там какие-то скриншоты полноценной новой карты. Но давайте хотя бы посмотрим скриншоты интерьеров. Ну я не знаю, что здесь еще можно вам показать, рассказать. Просто какой-то интерьер, новый интерьер. Который я нигде больше не видел, в принципе. Видно, что это какая-то халупа просто, какое-то непонятное помещение, потому что стол весь подёртый просто, стулья все подёртые. Следующий скриншот уже поинтереснее, он такой необычный, знаете. Какой-то наркопритон на самом-то деле, потому что, ну, шприцы валяются, то, во-первых, какие-то таблетки, сода, еще какие-то препараты непонятные, ложечки, печка. Скорее всего, здесь какую-то дрянь варят, какой-то, может быть, амфетамин, либо, не знаю, что там еще можно варить, я не знаю, из наркотиков. Короче, какой-то наркопритон непонятный, потому что, ну, не знаю, либо это какой-то ОПГ будет, либо какой-то наркопритон, где будут варить, как бы, наркотики, выращивать марихуану, либо еще что-то делать. Точно, короче, я вам сказать не могу. Конечно, картина не очень веселая, потому что наркотики, пацаны, дело такое себе. Следующий скриншот уже намного интереснее, чем предыдущий. Это, получается, у нас новая карта уже пошла. Новое здание, как бы детская площадка вот здесь у нас находится во дворе. Вот такое вот здание, вот еще высотка какая-то стоит. Кстати, вот еще одна такая же высотка. То есть нам показывают то, что будут высотки. Давайте даже ближе посмотрим. Ну да, вот одна высотка, вон там еще одна высотка, вот еще одна высотка. То есть это уже получается показывает на новую карту. Но толком здесь ничего не рассмотреть, потому что, ну, качество скриншота не особо позволяет. Но так в целом мне все в принципе нравится. Но самое главное, блин, когда уже это все выйдет, потому что, ну, нам уже давно показали новую карту, еще когда было видео про обновление какое-то. Я не помню, какое точно обновление. Но нам уже давно показали новую карту. Но когда она выйдет, пацаны, никто не знает. И я хочу поскорее, чтобы она вышла. Поскорее, чтобы уже вышло новое обновление. Понимаете, это будет новая карта, которой нет нигде в КРМП. И это будет очень круто, мне кажется, онлайн по-любому поднимется, в любом случае. Хотя из-за карантина сейчас так, онлайн хороший, но думаю, когда выйдет новая карта, уже онлайн точно поднимется нормально. Будет новый поток людей, новый поток игроков, и будет реально все по кайфу. Ну на этом у меня все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, играйте вместе со мной на Родине. Вся информация есть в описании под видео, поэтому кому интересно, залетайте на Родину. Играйте вместе со мной, я играю, если что, на центральном округе, это первый сервачок, поэтому, кто желает, можете вводить мой ник при регистрации, также вводите мой промокод на 6-м уровне. Всем пока-пока!